Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов обновили мировой рекорд. За короткую программу на этапе Гран-при в Москве они получили 78,47 балла. При этом наставник пары Нина Мостер сказала, что это первый чистый прокат ее подопечных в этом сезоне. Главная претендентка на золотую награду среди женщин – олимпийская чемпионка Алина Загитова. Она выиграла короткую программу с мировым рекордом, улучшив свой собственный результат. Россиянка получила 80,78 балла. Свою соотечественницу Софью Самодурову, которая показала второй результат, Загитова опередила на 13 баллов. Среди мужчин по итогам первого дня лидирует двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю. Он также установил мировой рекорд, заработав 110,53 балла.